Ну, я бы хотела начать с того, что сегодня мы отмечаем 25-ю юбилейную конференцию «Страхование, образование и наука», начало которой 25 лет назад положил профессор Коломин, который был преподавателем и профессором финансового университета. И именно на этой площадке, которую представляет сегодня вот Цыганов Александр Андреевич, мы и проводим эту юбилейную конференцию. Друзья, всем привет! Это Дневник ФНТВ, и сегодня у нас состоится 25-я международная научная конференция «Страхование, образование и наука». Главная конференция страхового рынка нашей страны. Мы начинаем. У нас уже 25-я юбилейная конференция в этом году проводится. Она была основана Всероссийским или вторым научным страховым обществом. И проводилась раньше по всем ведущим университетам России. Задача была активизировать профессорско-преподавательский состав студентов в изучении страхования, чтобы как-то вот больше народ знал о страховании, что это такое, каким образом осуществлять страховую деятельность. У нас будет два пленарных заседания. Первое традиционное, где у нас будут ведущие представители образовательного сообщества, страхового рынка, ведущие представители московских, зарубежных, российских университетов и страховых организаций. Затем у нас будет 7 секций. Это секции, посвященные страховому образованию, страховому рынку, страховой модерн, секция, посвященная молодым ученым, молодая аспирантская школа по страхованию. То есть вот такое огромнейшее мероприятие, финансовый университет просто счастлив, наши преподаватели, что вот юбилейная конференция проходит у нас. А вечером у нас будет еще одно заседание пленарное. Это будут академические чтения, посвященные памяти Юрия Степановича Бугаева, профессора. И мы подведем итоги, сделаем резолюцию для Всероссийского союза страховщиков. За последнее время страховой рынок показывает очень хорошие результаты. Итоги 2023 года были, наверное, лучшие за все время, которое страховой рынок переживал в России. Мы считаем, что перед российским страховым рынком сейчас новые вызовы. Они, конечно, в первую очередь вызваны развитием цифровых технологий. Однако при этом, что очень, наверное, замечательно, появляются новые страховые продукты, новые программы, и это требует и развития самих страховщиков, и, конечно, научной базы для того, чтобы эти продукты, эти знания, которые должны быть доноситься для потребителя, конечно, были правильно сформированы. Мы очень рады быть здесь сегодня, и тем более рады, что она проходит в стенах нашего любимого партнерского, замечательного финансового университета. Я говорю так потому, что я представляю Плехановский университет и страховые кафедры во всех крупных университетах. Давно, много лет дружат, взаимодействуют, пишут книги, учебники. Ученые-страховщики финансового университета впереди планеты всей. Всегда. Я представляю Всероссийский союз страховщиков в числе организаторов. И поэтому тоже благодарю финансовый университет, что они взяли на себя время ответственности, да, вот, за подготовку этой конференции. 25-й юбилей. Как все сегменты российского финансового рынка и страховой рынок, он тоже подвержен определенным трансформациям, вызванным и цифровой реальностью, и полицентричной реальностью. Нужно сказать, что потенциал развития страхового сегмента рынка, он в России остается солидным. Вот. Очень рад, что сегодня на этом юбилейном 25-м международной конференции могут поднять вопросы, наконец, о страховой культуре. А без этой страховой культуры
эффективного управления страхуемых рисков невозможно. Без страхования никуда. Страховую культуру надо быть. Как это говорят, чтобы любить, надо любить. А так как ты научишься этому делу? Ну вот мы сейчас активно занимаемся финансовой грамотностью. Ну, я думаю, что на первом месте или, по крайней мере, в тройку первых должно быть страхование, страховая культура. Эта конференция очень значима для синергии теории, научной мысли и бизнес-тенденциям страхового рынка. В этой синергии, как нам кажется, мы находим общие точки соприкосновения для того, чтобы понимать, как двигаться и как решать основные проблемы, основные задачи, которые сегодня способствуют развитию страховой отрасли. Конференция действительно юбилейная, 25-я. Каждый год у нас находится новая тематика. И это не просто так. Страна развивается, развиваются страховые отношения, появляются новые страховые продукты, появляются новые технологии. И, конечно же, это требует осмысления, научного осмысления, что и происходит на таких конференциях. Требует взаимодействия с практикой, со страховыми компаниями, с Союзом страховщиков, с другими ассоциациями, которые входят во Всероссийский Союз страховщиков. И такое общение, оно обогащает как преподавание, науку, так и практику, позволяя обосновывать решения, что-то предвосхищать, что-то вырабатывать на перспективу. И каждый раз мы сверяем часы, смотрим, что предсказали, что сбылось, к чему мы идем.